вести шайбу до пятака, потому что, конечно, сблокировано удаление у нас. Атака игрока, не владеющего шайбой, так понимаю. Нет, подножку показывает арбитр. Ну и снова, да, в 60 метрах от собственных ворот. И понятна реакция Свечникова, да. Потому что там и нападающим на пятаке достается, да, у них нету шайбы. И все равно им единоборство навязывает. И когда пытаешься наоборот